Создать мультфильмы с помощью песочной анимации или пластилинографии возможно не только на крупных анимационных студиях. В нашем городе в детской школе искусств номер 2 уже несколько лет работает студия «Кадрики», где дети учатся этому искусству под руководством опытных педагогов. Чтобы анимация получилась интересной, авторы придумывают сюжет и название фильма, рисуют эскиз, а после отправляют его на специальный мультипликационный станок. Там выкладывают его в красивую позу, снимают кадр, передвигают ему руки-ноги, снимают еще один кадр и так далее, пока он не сделает движение, которое требуется. Чтобы создать хороший мультик, нужно не только придумать интересный сюжет, не менее важно подобрать правильные цвета и выбрать подходящие материалы. Иногда сделать шедевры помогают родители. Алина Милованова вместе с мамой придумали мультфильм про море. В нем они рассказали, как в отпуске с пользой можно провести время. Просто мы с мамой захотели так вот снять мультфильм про море, чтобы в памяти осталось. Потому что вот мы ездили на море, нам очень прям понравилось, когда мы ездили на яхте и прям купались даже в открытом море. Студия «Кадрики» в нашем городе – единственное место, где есть все необходимое для анимации. Работы ее участников известны далеко за пределами нашего города. Воспитанники школы принимают участие в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня и занимают призовые места. Посмотреть творческие работы учеников студии можно в группе ВКонтакте «Детской школы искусств номер 2». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.